Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, сегодня у нас тема такая. Во-первых, я покажу вам свое творение сумрачного гения. Это, блин, просто. Вот видите, на чем микрофон стоит. Я, короче, все-таки сделал его более-менее так, чтобы было видно. Ну, типа, короче, он до этого стоял на такой подставке нелепой, что просто капец. Ну, вот сейчас я вроде сделал картонную нормальную подставку, теперь у меня все круто. Но это не отрицает того, что времени у меня сейчас катастрофически ни на что не хватает. На события у меня тоже времени нет, поэтому 20к только я смог набить. Ну, еще пятачок я точно набью. Но дальше я уже не пойду, потому что завтра у меня вообще его не будет. Завтра дел целая куча, сегодня еще в ночь идти. В общем, откроем мы с вами два ларца, одинаковые с лица. Ну, дай бог, я вот еще на третий накоплю. Ну, минималку он опять даст. Он все дает минималки. Это просто капец. Просто вот другого ничего тут нету. Вот 5 тысяч дал. 6 тысяч. 6 тысяч. Как раз сейчас откроем 5 тысяч. И потом я еще открою один. Еще 10 дал. Вы посмотрите, что он стал творить, да? Давайте 10. Еще 5 дал. Прекрасно. Проходим мы с вами тридцатник. У нас один сундук даже есть. Так. Сейчас победим. Я почему это сейчас делаю? Просто я точно знаю абсолютно, что у меня времени на это потом уже не хватит. А что сейчас я бонусные открою с вами, что я их открою один, тут уже значения особого не имеет. Ну, вот как-то так. Ну и потом дам там несколько таких чисто формальных лайфхаков. Может, кому-то из новичков это когда-то где-то пригодится. Посмотрим. Так, бог этот у меня готов. Кстати, мне сегодня попался Мьёльнир. Просто адский вообще. Капец адский. Там он как раз вот 26-е пробуждение. Он там лупил вообще настолько жестко просто. Блин. Мне крокодила слил в один прием, блин. Сегодня правитель Пангей должен обрести небывалую силу, устроить себе коронацию. Ты мне об этом рассказываешь. Я держу на твою победу в честном бою. В честном бою. Гордячка. Гордячка малость загордилась. Так, все, проходим. Ну и вот здесь мы с вами, собственно говоря, истопарнемся. У меня вот есть 22 тысячи, но давайте 20 тысяч откроем. Ну, блин, 5 тысяч дал, лучше бы... Один раз, кстати, вот дал не минималку, скажем так. Лучше бы он дал мне 1000 изумрудов, на самом деле. Угу. Ну и минималка. Так, ну что там, мы еще на один нашкрябали, да? Даже на два. Ну и пошла минималка, короче. Рун мы больше вряд ли увидим, минималка будет и все. Ну, уже реально, ребят, даже не интересно, вот, блин. Просто клан. Клал на это событие, блин, и вот руны упали только при вас. То есть до этого ни одной больше рунки не было, никакой. Так что как-то так. Ну и изумруды я, соответственно, тратить и не собирался, потому что событие для меня абсолютно проходное. Мне эти герои, по большому счету, нафиг не нужны. До этих трех героев класть там кучу изумрудов. То есть даже у меня там что-то есть. Но я, конечно, надеялся, что все-таки хотя бы тыщенка изумрудов-то упадет. Но, к сожалению, тыщенка даже изумрудов не упала. Ну, если рунки еще упадут, может, я дотяну еще там до одного сундучка, но это маловероятно. Ну, 81 тысяча результат. Здесь я даже выше. Один раз открыл, у меня там 58, 38, 23. Ну, я тут со своими скромными семью сижу на седьмом там АК 11 месте. Вот. Ну, я больше не хотел рисковать, там 4 свитка упало, я выбрал свиточки. Так, что тут у нас еще интересного? А, ну, яма, у меня сейчас груд предстоит, главное опять не тупануть и не поставить камни под его грудов, как я обычно это делаю, вечно забывая. Потом у меня останется Афина, ролик, ну и Эостра. Такое себе. Посмотрим.
последние часики доживает награды. Я не донатил. Неделю уже получается даже больше. То есть вообще на данный момент, на данном этапе не вижу смысла в эту игру что-то вкладывать. Чисто лично для себя. Здесь висят картонки, висят. По поводу событий, ребят, очень сильно сомневаюсь, что я, конечно, смогу его провести, потому что в пятницу я работаю в день, я приду вообще никакущий. Если будет время реально, то я проведу стрим небольшой, там, чисто по событию. В остальном же в субботу я уезжаю, как я и говорил, на фестиваль косплея вот этой всякой ерунды. Едем мы, пофоткаю там, посмотрю вообще, что интересного. В воскресенье я опять, соответственно, буду работать в день, и мне будет вообще не до события нифига. Ну, там, может, на телефоне немножечко получится погонять. Вот. Ну, а в понедельник у меня опять в ночь, и хочется хоть немного иногда отдыхать. Так, по поводу лайфхаков. Во-первых, если вы играете против Маркота, то вы можете, ну, вот если у вас, допустим, срослось, что там на третий ход... Можете смело ставить, собственно, этого. Что ж я забываю это лично. А, то есть, если мы сейчас попробую я это вам показать, сейчас мне попадется, допустим, проход. Да. Да, давайте сейчас это юзаем. Здесь мы уничтожаем. Бьем. Ну все, победили. Ну, суть не в... Есть Рундал, издевается прям. Вот он мне единственный где-то... Здесь. Так, вот как раз Маргот. Вот я оставлю лоскута. Сейчас нужно сделать так, чтобы он моих всех поубивал. Я вам тогда покажу. Но пока могу смело сказать, каких... Так, 214, 232... Давай, мочи. Ну, блин, а чё ты его-то не мочишь? И проиграл опять. Блин. Это скорее уже пока получается, а не лайфхаков. Смотрите, каких, если вы играете часто на автобое, допустим, играете, можете смело вообще не брать туда Харона. Либо, если вы играете, ну, сами вы играете, соответственно, пожалуйста, на здоровье берите Харона. В автобой Харона брать смысла не имеет. Моб, ну, бот его либо не использует вообще, использует настолько отвратно, что это просто кошмар, блин. То же самое с мертвым лордом. Крайне редко получается, что мертвый в тобой играет нормально. В основном он его выставляет на первый ход, непонятно зачем. И там, типа, ну, урон типа он нанесет, боже, на это ориентирован. И получается полная лажа. Это относится только к вашему. Все, что играет в вас, будет ставиться абсолютно нормально. Что еще? В автобой я тоже не рекомендую также брать Грейс. Крут. Очень часто в автобое он ставит груд. С моментальным эффектом, которыми вы играете нормально, я не могу смело рекомендовать ставить в автобой. Герой абсолютно вообще не так. Поэтому рассчитывайте, когда вы играете автобой, все-таки больше на взрывные уроны. Это больше всего помогает. Бот замечательно играет взрывным уроном. То есть... Там те же самые мистеры-дьяволы, те же самые там тигры,
Я не знаю. По поводу, кстати, Харина. Очень сомнительная тема, когда вы ставите на автобой с Марготом, потому что если появляется, как только появляется Харин, бот его выставляет, вообще пофигу, убьют его на следующий ход, не убьют его на следующий ход. Бот выставит Харина. На первый ход выставит против Маргота, зная, что он сдохнет, когда ты поставишь камни, у тебя не будет Харина, у тебя будут проблемы. Ну, боту на это пофигу, короче. Вот. А по поводу, кстати, Болтса, бот его часто ставит на... третий либо четвертый ряд очень часто, либо вот сюда, либо вот сюда, вообще регулярно его ставят на эту тему. Так, ну давайте здесь убьем. Вот компьютер играет абсолютно нормально. Ладно, здесь уже попробуем опять же победить. Просто победить. Перейдем сразу к следующему. Да, может, видосик получится немножко долгий. Ну, хоть порадую вас своим гнусявым голосом и отвратительной рожей. Хотя бы поугараем. Давайте попробуем так на так сыграть. Ну, победили. Моя мина переиграл твоя мина. Сейчас по-любому все-таки у нас сойдется. Можно с болтса начать. Вот, кстати, очень часто вот сейчас, ну, лично у меня бот ставит, ну, рандом ставит первая и четвертая клетка. Обидно на самом деле. Не знаю, блин, ну, его оставлять, честно говоря, не хочется. На 509. Этого отдавать не хочется. Давайте так сыграем. Вот, кстати, отлично. Ставим так, ставим так, ставим так. А ты прям не будет, то даже если будет, все равно будут проблемы. Все. Вот эта связка мина белый медведь, это, конечно, трэш. Очень жесткая связочка, блин. По-хорошему сюда, конечно, еще бы Афину, чтобы добивать, и вообще было бы прекрасно. Сейчас прям включать вообще не хочется. Сессию тракториста. Блин, сейчас ключ всего один. Невыгодно. Давайте вот так вот сделаем проще. Приятно. Неприятно. Ну, кстати, зато теперь можно смело включать вот это. Ставить вот это, да? Хватит нам. 300, 300, 300. Да, хватает. 300, ну и 36. Хватит. Прям вообще мы сейчас рун наберем. Как раз наберем. Все, вот 500 побед. Так, давайте это включим. Ну, надеюсь, сейчас он сюда не поставит. Очень на это надеюсь. Не поставил. Блин.
78 хватает вроде. Да, хватает. Добиваем скид. Я как раз с вами сейчас и закончу чуть это задание. Ай, блин, только здоровье. Так, ладно, включаем тогда так. Включаем так. Жалко, не по 300, конечно, он будет лупить. Мину бы было приятнее поставить. 3. Кстати, интересно, хватит нам? Да, хватает. Все, сдох. Изер. Ну, значит, немножко растяну. Уже можно, кстати, включать сейчас. Включать. Ставим. Знали. Желательно, чтобы сюда поставил. Вообще прекрасно. Тут 37. Быстрые победы. На медведе приятно играть, когда вот задание на него выпадает на 50 этих. На мишке играть приятно. О, вообще шикарно. Это, кстати, неприятно. Хотя. Сейчас получается все равно. Раз, два всего. Ну да. Два. Нормально. А, ну сюда ему смысла не имело ставить. Главное подобрать, выставить своего типа, вот эту мину, и все у вас будет зашибательство. Сейчас Афина может хорошо зайти. Не зайдет нам хорошо Афина. А я... А, ну я правильно сейчас, в принципе, не включил-то. Получается. Ну, сейчас можно включать. В принципе, ставить. Ну, даже если не мота будет, то нам все равно... Угу. Так вот отправляется вечные сады. Давайте так начнем. Самое, кстати. Вообще самое лучшее начало, если так брать. То есть чувак просто сносит full хп, либо пол хп, 2/3 хп. Короче, ну просто жесть творит. Такую грязь. Такую грязь творит, что даже представить себе трудно. Давайте поставим вот так и вот. В принципе, на этом и закончим, я думаю. Да. На этом мы закончим. Да? Блин, звук пропадает все равно. Походу, я вот тем, что раньше микрофон юзал вот так вот. И, очевидно, я где-то проводок-то и пережал, блин. Хватает тебе урона, брат. Хватает. Давайте. Помучь. Такое, а?
Блин, почему провод, блядь, ну, капец просто, блин. Я так понимаю, половина, блин, звука не... Продолжает не писаться. Надо новый провод, походу, заказывать. Пережал я, видать, этот все-таки провод, и капец из-за этого получился. Полный капец при том. Ну, извините, ребят, как запишется, получается. Вот опять, видите, болт с две клетки отыграл. Все. Отличная связка Blair и этот болт. Потому что дает сразу же... Ну, мы получаем 279 и нормально. Опять, блин. Здесь все гораздо проще. Гораздо проще. Твою мать, блин. Не пишет. Так, ну давайте опять же начнем с болтса. Опять, зараза, только две клетки. И это потери очень большого, на самом деле, количества урона. Очень большого количества урона. Интересно. Давайте, наверное, сделаем вот так вот. Он сам добьет. Блин. Звук пишется, конечно, отвратительно. Ну, вот все, собственно говоря, сделали. Медведям побеждать сейчас очень просто. Играем. У меня там оставалось. Вот не буду. Купим эликсиры на все. У меня его нифига нету. Еще нам дадут там. То есть еще можно будет немножко прикупить. И получается вот такая вот у нас ерунда. Блин, за звук реально извиняюсь, блин. Ну, капец просто. Так. Очередное, короче, зависание. Игра сейчас постоянно, кстати, вот этот баг появляется, что ты ничего не можешь просто нажать. И все, вот хоть ты тресни. Вот бери и перезаходи, иначе никак. Просто вот. Здравствуйте, до свидания. И хочешь мучить, все равно будет так. Что уже? Блин, уже 25 минут я почти там накорябал. Да что такое-то, блин, елки-палки, блин. Отходит провод, твою мать. Короче, закажу, ребят, новый провод. Иначе никак получится. Просто тупо уходит и все. Так, в битве сезонов я тут дополз аж до 17 места. В шоке. Я был 50, я вообще почти не играл. Что-то решил немножко все-таки погонять. Вот даже можно, в принципе, доползти там место. Блин, ну до десятки можно спокойно, в принципе, доползти. А это еще плюс 250. И здесь 250. Надо периодически просто поигрывать, и все будет нормально. Так, рассказал про то, каких героев не стоит брать все-таки в автобои. А, можно повысить даже. Можно повысить, и у меня будет аж 2020 хп. Ну, нифига себе. Нифига себе, это у меня что получается? Максимальная пачка теперь какая? Какая? А, 500.
это же 970. Ничего себе, я просто вырос. Ну, правильно, до 24 уровня многих, до 25-го Тахарина довел, до 24-го остальных. И получилось более-менее. Ну, она, конечно, сама по себе трудная, играбельная, блин. Но можно, можно что-то придумать. По поводу Юри, все равно у меня стоит очень много вопросов. Надо ее на кого-то менять, на кого пока не знаю. Может, действительно, все-таки поменять ее на Арахну. Юрий, конечно, может пользу принести, но очень местечково. Арахна все-таки будет более стабильная, скажем так. С другой стороны, можно поставить Ундину. Тоже очень неплохо выглядит. И, в принципе, нормально я ей играю. Так, ну вот, вроде все рассказал. Ну вот, по поводу события, да, одного героя. Не знаю, ребят, если получится, то буду рад всех видеть. Если нет, то нет. Ну все, на этом я, получается, буду закругляться. Вроде все я сказал. Так, 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 так. Ну вот, по поводу Лоскут Маргот, конечно, хотелось бы наглядно все-таки показать сейчас. Маргот, Маргот. Желательно сейчас еще Лоскута, чтобы он дал. Так, ну давайте сюда прям будем подставлять, чтобы он убивал. И тогда и посмотрим. И он убивать не хочет, да? Не хочет. Давайте подтолкнем его к этому. Ладно. Еще. Ну, просто... Я и так уже поставил, блин, все, что можно, ё-моё, чтобы он победил твою дивизию. Он не хочет побеждать. Так, Маргот. Давай, давай. И Лоскут. Давай, убивай его. Должен его сейчас убить. Отлично. Все, я же тебе болтса отдал, блин. Ход, дай мне Лоскута. Что ж ты за упырь-то, а? Ну тогда проигрывай, дурак, блин, хороший. Эта пачка слишком сильна, эта пачка слишком сильна. Так, вот есть у нас, блин, не буду даже играть. Чтобы что-то показать, это, блин, я хрен знает, сколько нужно отыгрывать. А у меня сейчас прямая запись идет, у меня потому что времени, блин, мало. Ты прикалываешься. Ты, блин, то Марготов даешь по 1000 раз подряд. Теперь ты не хочешь вообще Маргота давать. Издеваешься надо мной, что ли? Игра, блин. Блин. Я прикалываюсь вообще. Кстати, Иви достойный противник. В лиге периодически доставляет, блин. Он часто в лиге почему-то попадается. F и АВГ. Такая вот у меня. Так, вот как раз Маргот, вот как раз Лоскут. Давайте ставим, чтобы он... Его начал именно убивать. Блин, ты прикалываешься? Давай так сделаем. Понятно уже. Он специально это такое впечатление делает. Он специально это делает. Дай мне просто Лоскута. Вот я уже ставлю. Вообще ничего фактически не делаю. Убивай крысу. Отлично.
Вернулась куда-нибудь. Да, да. Ну вот. Так, я, он сейчас умрет. Вот. Блин, почему я туда не поставил? Надо было туда ставить. Твою дивизию. Все срослось, блин. Вот это жажда победы называется, да? Вот даже вот так вот поставлю. Давай, убивай ее. Он не хочет ее убивать. Вы впечатление, что эта пачка заскриптованная, короче, и бот просто сам сливает ей. Просто сливает, вот, говорит, не, братан, давай сам. Вот опять крысу ставлю. Но на крысу он всегда агрится. Кем бы он ни играл, он всегда агрится на крысу. Вот. Вот. Давайте одну убьем. Она нам не стала. Убьешь сейчас? Правильно. Блин, не убил. Ну, не суть. Будем считать, что его там нету. Вот. Если бы его не было, он бы все равно, короче, вызвал бы. Конечно, да, показывальщик из меня еще тот, да? Здесь, я так понимаю, мы все-таки проиграли наконец. Вопреки. Не для. Ну, короче, этот, блин, эта тема работает всегда. То есть он, Маргот, всегда, независимо от того, Харон будет стоять на третий ход, там, Лоскут будет стоять, любой с невосприимчивостью, он все равно даст этот урон. Так, а здесь, тоже здоровье только повысится. Пятый. Ой. 11 только урон повысил. О, духовная связь, кстати. Нифига себе. Мне не сделано еще. Блин, я полтинник здоровья потерял. 2020, верно. Вот такая, в общем, петрушка. Ну, затянул уже видео, блин. Конкретно, елки-палки. Кто выдержит, тот молодец. Потому что здесь больше сумбура, чем какой-то полезной информации. Доделал с вами заодно задание. Магазин желаний не особо себе. Точнее, не магазин желаний, черный рынок. Не особо себе такая тема. Как есть, так есть. Все, друзья, теперь точно все. Всем отличного настроения. Не знаю, постараюсь с вами, конечно же, увидеться. Получится здорово, не получится, ну, значит, извиняйте. Личная жизнь все равно всегда превалирует над жизнью онлайне. Ну и по поводу Ютуба, будем смотреть альтернативные площадки, потому что, скорее всего, действительно, Ютуб блокирнут. Если блокирнут, значит, найдем что-то альтернативное. Кому я интересен, кому интересна эта игра, то, я думаю, без всяких проблем мы с вами все равно будем встречаться. Все, на сегодня точно все. Всем отличного настроения, всех успехов в проходящем событии. Я его завалил уже полностью. Удачи, ну и пока-пока, друзья. Пока.